Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть на моем сервере, который называется Amazing Pokeworld. Если имеете желание на нем поиграть, то все написано в описании, вы можете посмотреть, что и как там делать. Вот, написал я вот такую небольшую надпись, да, Pokeworld, как называется сервер. В принципе, прикольно. Вышло, и, ребята, у меня возникла такая идея, я написал другим ребятам, да, имеете ли вы желание там... иметь магазин украшений, и сейчас мы, и сейчас я, ребята, как раз буду с вами делать магазин украшений. То есть я тут заметил, что есть тут различные сеты. Сет коровы, вот это вообще прикольный сет. Давайте как раз сейчас вот все вот это буду показывать, и мы сейчас, ребята, будем создавать вот этих NPS, которые будут продавать вот эти различные сеты. Вот такой сет коровы прикольный, с маской какой-то. Ну, в принципе, вот его я уже сюда запихнул, да. Давайте сейчас мы, ребята, все вот это сделаем, чтобы было немного какое-то разнообразие, чтобы люди тоже могли покупать сет коровы. Ребят, сделал я себе мил только для того, чтобы проверить различные там вещи. Как бы я еще не начал играть на этом сервере, да. Ну, как бы ну, нормально, да? А только вот так. Так, что тут? Давайте вот еще это сюда добавим. И еще какой-то один сет. Давайте вот этот бронзовый. Что это такое? Давайте его тоже сюда добавим. Так, ну, давайте начнем, ребят, делать мы вот этих NPS, которые будут продавать вот эти различные украшения. Вот, отлично. Уже три сета есть. Сейчас давайте его отредактируем. Продажа украшений. Так, ну, украшений или сетов. Продажа украшений. Пускай будет. Выберем ему текстурку какую-то прикольную. Давайте сейчас мы что-то выберем ему. И давайте пускай вот. Отлично. Так, сейчас инвентарь. Вот это заберем. Как поставить одну штучку? Как, сколько будет стоить одна часть сета? Пускай будет, если 4 части сета, то давайте сделаем. Так, вот это возьмем, вот это возьмем. Давайте у нас одна часть будет стоить 2 алмаза. То есть 4 части, то есть сет у нас будет стоить 8 алмазов. Я, в принципе, думаю, что так нормально будет. Вот так. Если так, то у нас будет сет стоить 1-2. Каждая часть у нас стоит по 2 алмаза. Отлично, ребят. Все, ребят, вот этот магазин созданный, его уже можно копировать. Давайте вот сюда его копируем, и давайте сначала поставим его вот сюда. Будет он у нас и на спауне, и вот тут. На спауне просто уже не так много места, куда можно вот этих всех покемонов поставить. У покемонов, у NPS, поэтому пускай будет вот тут. Отлично, так, давайте еще его вот тут немного отредактируем. Вот, чтобы он смотрел. Ну, вот, отлично. Все. Строим, ребят, делаем мы вот этих. Продажа украшений, этого мы удаляем. Появился первый магазин с украшениями возле покет-центра, возле спавна. Отлично, ребята, есть у нас уже первый магазин с украшениями. Ну, 8 алмазов. Ну, 8 алмазов, ну просто если так подумать. Нет, хотя... ТП Асепт. Нанорум, Кавли... Ну, блин... О, уже покупают, ребята. Отлично, давайте. Так, делаем мы, ребяточки, другой. Давайте он у нас будет вот тут. Продажа украшений, вот. Сюда мы запихнем. Давайте сюда-ка мы запихнем. Вот, ну, в принципе, мы поставили бронзовый сет, да? Нет смысла ставить и алмазный, и...
Золотой? Хотя, это люди же будут выделяться, как бы, если у тебя бронзовый, то бронзовый, а если у тебя алмазный, то это вообще офигенно. Давайте, давайте так тоже сделаем. Вот то, что я хочу проверить, это додает в броньку. Гемот 0. Конечно, додает. Угу. Ну, в принципе, тут ПВП выключенный, это будет, считайте, только защищать от падения. То есть люди могут падать, можно сказать, большой высоты и не убиваться. Это будет, в принципе, прикольно. Отлично, ребят, с этим я уже разобрался. Вот, давайте, вот, сейчас, что бы туда еще запихнуть. Tactical Helm, Tactical Vest. Это у нас, что это у нас? Ух ты, это у нас бронежилет и каска. Вот это охрененно. Так, давайте это вот сюда поставим и туда запихнем. О, у нас есть еще и деревянный. О, а это что такое? Вот, что-то должно быть прикольное. Так, давайте проверим, что это у нас за сет. О, ух, какой. И давайте до этого сета добавим что-то, какую-то шапочку. Только просто тут шапочки никакой нету. Ниндзя. О, маска бандита. О, вообще отлично, ребят, смотрится. Так, продажа украшений. Сюда мы давайте вот это заберем. Вот сюда. А поставим твою ж это я вот так. Сейчас. И поставим мы... так, вот это, вот это, вот это. Так, это вот, отлично. Во, можете покупать маску бандитов. А вот тут давайте мы сюда запихнем. Сюда мы запихнем. Нем. Это выберем. Точнее, это, в принципе, сейчас не нужно, так как у нас один уже магазин с таким есть, да. Это мы выберем. Это full bronze мы поставим вот сюда. Так, бронз. Давайте возьмем золотое. Iron. Так как в бронзе и золотой почти что одинакового цвета. Хотя айрона тут нету, как я понял, да? Только full iron chestplate и full armor helm. Угу. Походу, айрона тут нету. Давайте тогда возьмем алмазку. И алмазки тут тоже нету. Да ты чё, прикалываешься? Только full bronze boots и full wooden boots. Давайте возьмем тогда. И давайте, ух, это что такое? Нет, и вот и вот это. Так, ребята, давайте-ка вы отсюда немного, так, сейчас. Это нужно выкинуть. Вот это мы выкидываем. Это тоже вот сюда, чтобы не мешало вот тут. И ставим так. Это, ребятки, мы ставим вот сюда. И это тоже вот сюда. Отлично. Уже нормально. Так. Да, ребята. А ну, пойдите-ка вы сюда. Дайте мне нажать на NPS. Full wooden, full bronze. Хм. Wooden, хотя пускай будет вот так. Так, давайте ему мы поменяем текстурку, чтобы не были все текстурках одинаковых. Давайте мы поставим. О! Ребята, ну дайте мне... Нет. Давайте-ка мы кого-то другого поставим. Во! Так, ну тут у нас уже вот такие вещи, бандит маск, тут у нас вот такие вещи, отлично. Сейчас дайте ко мне, ребятки, поставить. Так, и вот сюда еще одного. Так,
И сейчас в него мы засунем, чтобы туда мы засунули. Это вот сюда мы вынимаем, чтобы не было каждый раз одна и та же бронька, да. Это мы вынимаем отсюда, так как мы его, можно сказать... Сейчас. Давайте выкинем одну масочку коровы людям. Один сет коровы. Ладно, я добрый, пускай будет. Так, это мы сюда выкидываем. Чтобы были и броньки такие. Как бы броньки тут нифига не дают, да? Тут же ПВП выключено. Но как бы, когда ты будешь, например, с какой-то большой высоты падать, ты не будешь такой урон, как бы, да? Будешь выживать, можно сказать. Когда будешь, ну, иногда падать, если у тебя будет вот такая бронька всякая. А, вот сюда давайте, чтобы сюда засунуть, какую сейчас мы броньку сюда можем поставить. Следующая бронька у нас идет Wizard Head. И ассасин. Ух, ассасин! А ну давайте воденем вот эту. Офигеть! Ну это что-то самурай? Нет, это не самурай. Ну что-то такое похоже на самурая. И ассасин. Ассасин! Да, это, ребята, мы сейчас все сюда засунем. И еще один сетик. Следующий солдат. Ух ты, солдат. Так, давайте, давайте. О, уже кто-то бандит маску купил. Ну, не будем мы ставить какую-то очень нереально большую цену, потому что, в принципе, нет смысла, да, чтобы люди тоже могли покупать вот эти все вещи. Так, ассасин и солдат. Вот так, все. Еще один магазин создан, ребята. Я что, могу копировать людей? А ну давай, девчонка, иди-ка ты вот сюда. Я могу копировать людей? Нифига себе. Нет, не могу. Я уже думал, могу. Ну, как бы создавать их скины, да, или что-то такое. Так. Продажа украшений. Тут все сделано, да? Да. Вот тут давайте. Сейчас мы и текстурку тоже выберем какую-то. Pocket Trainer. Давайте-ка она будет у нас он. Или вот. И давайте. Ой, ща. Нет, вот так, отлично. В принципе, ребята, у нас уже есть три магазина, которые продают всякие вещи. Уже люди могут покупать. А ну посмотрим, что тут уже люди, может, что-то купили. О, солдат! Уже чувак купил сет солдата. Этот чувак уже купил тело вот этого. Этот уже купил... Фиг его знает, что он купил. Он купил вот это нано-рум и маску бандита. Хм. А ты же, ребята, есть уже покупатели. Давайте сейчас вот сюда продажа украшений. Еще одно вот этого. И сюда давайте мы засунем. Так, это мы вынимаем. Вот так. Чтобы были, в принципе, разнообразие немного, да? То есть, чтобы люди бегали со всякими там вот этими сетами, да, и чтобы было прикольно. Это мы выкинем людям. Это шапочку мы тоже людям выкинем, пускай будет. Так, что мы еще можем добавить? Какой у нас последний сет был? Последний сет у нас был солдата, и сейчас у нас идет вот этот. Ух ты. Чё это за сет вообще? О, это вообще прикольно. Так, давайте-ка мы его вот сюда выкладим и возьмем еще один. Нет, сейчас. Какой у нас там идет следующий? Комисс. Ух ты! Так, это что такое? Комиссар. О, какой блатной! И давайте еще возьмем еще один. Где у нас... О, это что такое? Ух, да тут у нас есть еще с этой вот такие Full Emerald, Full Leather Helm. Эмеральд. Ух, а ну давайте сейчас мы туда его запихнем, где он у нас, Эмеральд, вот тут. Так, давайте-ка мы его выимем. Вот так, и запихнем его вот сюда. Это мы вынимаем, и ставим сюда вот этот сет.
Так, давайте вот это. Но вот это давайте немного подороже сделаем, что ли. Это у нас... Нет, это у нас слишком дорого будет. Воу! Серв завис. Или что это было? Так, так. Уже... Уже есть магазины с украшениями. С украшением. Возле покет-центра. Возле спавна. Так, ух, ребята, ребята, дайте мне увидеть, что тут и как. Сюда давайте мы-ка засунем вот этот. 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 Нет, сейчас. А, full bronze helmet. Я что, его сюда не добавил? Да и нет, есть он тут. Так, сейчас, 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 сейчас. И вот тут мы еще добавим. Что бы тут? Вот так. Вот так. Или чтобы было больше места. Вот. Нет, сейчас. Ну, в принципе, да, пускай оно будет вот тут. И вот тут давайте, что у нас еще мы можем сюда добавить? О, ниндзя, ниндзя. Вот тут короны есть. Ну, короны, ребят, мы добавлять не будем. Не-не-не. Ниндзя. О, комиссар, вот этого я не добавил, да? Я его одел, но... Так, сейчас. Ниндзя. Ух ты, ух ты, ниндзя. Так, комиссара у нас нету, да, комиссара? Нет, комиссара у нас нету, а нужно его куда-то добавить. Ниндзю мы тоже нужно бы куда-то добавить, чтобы не создавать отдельный магазин только с ниндзей. Сейчас. Продажа украшений. Вот сюда. И давайте комиссара мы сюда добавим. Вот. И, в принципе, что у нас не хватает? У нас не хватает ниндзи, да? Да, ниндзю давайте мы куда-то добавим. Например, вот сюда. Сейчас, давайте мы... давайте мы... Фиг его знает, что... Так, этому нужно изменить текстурку. Давайте-ка мы поставим... Профессоры тут всякие. Сам... Так, чё бы мы сюда... Ой, ой, да, 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 да не выбрал я, чё ты поставил уже? Чё-то нет, тут уже... Давайте-ка мы поставим... Нет, нет. Да выбрал я, ну чё ты это... Чё ты... Вот. Да, он не поставился. Вот, вот этому мы поставили. Этому мы поставили. Этому мы... Хм. А вот этот что у нас продает? Сейчас, секундочку. Чё-то я запутался. Продажа укра... Так, этот у нас последний. Да, вот этот. А вот этот у нас? Так, сейчас, сейчас, ребята, мы разберемся. Так, а вот этот? Давайте вот этому мы поставим такая же, как у него было там. Пускай вот это будет. Так, все, все походу. Нет, еще ниндзю мы забыли, ниндзя. Так, ниндзю мы поставим вот сюда. Ну, в принципе, да, пускай она вот тут будет. Все, ребята.
Магазины. Возле спавна. Так, вот этому еще нужно поменять. Нет, этот уже сейчас. Так. В принципе, ребят, создали мы покемона, покемонов, магазины, отлично. Вот сейчас, в принципе, потом даже сами себе купим что-то. Тут у нас вот этот сет, тут сеты, тут у нас вот эти, тут у нас вот эти, и тут у нас вот эти. Все, ребят, там больше вроде никаких нету, которые мы бы могли добавить. Короны я не буду добавлять. А. Нет, короны я не буду добавлять. Вот, ну, в принципе, тут есть всякие штучечки. Как бы всякие мечи, но нет смысла их создавать, так как просто-напросто нафига. Тут нет ПВП-режима, вот всякие, куча всяких мечей, луков, диамант, ух ты, алмазные луки. Комбат-кнайф. Ух, офигеть, тут куча всего, ребята, пистолеты, машин, офигеть. Вот как бы нет смысла это создавать, ребята, тут нет ПВП. Так, в принципе, ребята, есть... вот этот уже купил солдата, сет, этот уже купил какой-то другой нановский сет или какой-то, это тоже солдата купил или еще кого-то. Больше, в принципе, никто не купил ничего, как я понял. О, сет коровы. В принципе, ребят, прикольно. Мне нравится. А, как бы не лишнее, а такое дополнительное разнообразие, да? То есть люди имеют желание, имеют лишние вот эти коины, могут себе позволить купить какие-то прикольные там... прикольные сеты, да, чтобы разнообразить игру. Давайте сейчас прикольнемся. Ну, не то, что прикольнемся, немного поможем людям. Это обычные покеболы, имеют желание. Собирайте. Там еще в воде. Тут. Там еще нет. Да, плывите. Так. Нет, вот это я выкидывать не буду. Это уже слишком. Давайте, может, грэдбол еще немного. Как бы только части. Кто имеет желание, может себе дальше сделать. Немного нужно помочь, ребята. В принципе, вот так. Это первый день, я просто не знаю, когда эта серия выйдет. Может, на следующий, может, еще на следующий. Посмотрим. Так. Ну, в принципе, вот куча уже тут всяких домов понаделали. Я уже, может так сказать, немного открыл карту. Полетал там всем. В принципе, все, ребят. Создали мы вот этих NPS офигенных. Действительно, мне нравится. Просто есть разнообразие такое. Это просто реально офигенно. В принципе, ребят, давайте на этом уже закончим эту серию. Хотите играть на этом сервере? Все подробно в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.